Сотрудники управления Россельхознадзора по Республике Дагестан поздравили детей участников СВО с Новым годом. Они подготовили для них детские игрушки, сладости и многое другое. Для Россельхознадзора по Республике Дагестан стала традицией поздравлять детей участников СВО. В этом году также мы поздравили детей из двух семей с данным праздником. Желаю всем счастья, здоровья, удачи, мирного неба над головой. Основная цель данного мероприятия – это исполнить новогодние желания детей, чьи отцы являются участниками специальной военной операции и каждый день рискуют своей жизнью, защищая нашу Родину. На этот раз управление Россельхознадзора поздравили семьи Исаевых и Омаровых. Здравствуйте, уважаемые гости, дети военнослужащие СВО. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, успеха во всем, чтобы у нас было всегда мирное небо над головой. Сегодня, детишки, по вашему желанию вам купили мы подарки. Завершилось мероприятие общим фото.